Вэй Чен, скверно выглядишь. Снова кошмары? Да, и всегда один и тот же. Я снова в деревне во время нападения Вакоу. Везде огонь, смерть и крики. И посреди этого всего стоит тот воин в красных доспехах и белой маске. Гуан Ли говорит, что мы на верном пути и совсем скоро сможем выйти на его след, но пока что он все еще ускользает от нас. Этот клан намного более организованный. Судя по немногочисленным свидетельствам, их предводитель больше похож на полководца, чем на пирата. Мне плевать, на кого он похож. Когда мы до него наконец доберемся, я голыми руками вырву его сердце и скормлю собакам. Тебе надо отвлечься, и у меня как раз есть хорошие новости. За прошедшие недели ты многому научился у меня, но настала пора показать тебе кое-что из того, чему мы обучаем только у себя в Южном Шаолине. Этот стиль называется «Южные стихии». Он позволит тебе использовать свое ци, чтобы наносить удары невероятной силы. Первый прием — это круговая атака, которая, подобно буре, поражает всех вокруг. Твой прием обрушивает всю мощь твоего оружия на голову противника. Третий прием подбрасывает врага в воздух, выводя его из боя и открывая для атак ногами. Теперь попробуй применить это все в бою. Что это, Сюаньпай? Да вот пытаюсь писать на досуге. Переношу на бумагу все наши похождения и приключения. Так, глядишь, может, к концу и выйдет что-то путное. Там и про тебя немало есть. Ты погляди при случае, не наврал ли я где. Thank you.
Сюда. Оставлять эту реликвию здесь небезопасно. Особенно после того, как я уничтожил ее защитника. Заберу с собой и покажу остальным. Схрона в храме не было, зато удалось обнаружить вот такую штуку. Вроде как из нефрита, выглядит древней.
Пираты наверняка хотели продать ее какому-нибудь коллекционеру. Во времена расцвета Вакоу огромное количество святынь из разграбленных храмов попало в руки богачей. Вещь точно непростая, потому что охранял ее довольно агрессивно настроенный призрак. Этих даосских жрецов рисом не корми, дай только духов попризывать, да заклятий понакладывать. Интересно. Сюаньпай, можешь поискать что-нибудь насчет этого храма и реликвии? Не хочу однажды проснуться от того, что какой-нибудь демон мои глаза ест. Попробую. Но запас книг у меня с собой достаточно ограничен. Дам знать, если что-то найду. Слушайте все. Как вы могли заметить, местные власти все еще бездействуют. Можно подумать, когда-то было иначе. Это правда. Однако нам пришло письмо от чиновника по имени Ван Тайцин. Он прибыл из столицы в качестве цензора, чтобы навести в провинции порядок. Его полномочия пока ограничены, но через своих разведчиков ему удалось выяснить расположение базы Вакоу в прибрежной пещере, недалеко от деревни Вэйчена. Все это время они прятались у нас под носом. Нужно скорее отправляться, иначе их предводитель снова уйдет от нас. Я знаю эту пещеру. В детстве мы часто лазали туда. Мало кому известно, но там есть два входа, один большой со стороны берега, а другой совсем крохотный, с обратной стороны. Он выводит к подземной реке. Тьма в той части грота кромешная. Места мало, а по краям обрывы. Этот проход почти невозможно найти изнутри. И Вакоу точно не могут знать о нем. Мы могли бы ворваться через него и использовать элемент внезапности. Наводка хорошая, но план не пойдет. Если нас заметят раньше времени, то, учитывая тесноту пещеры, мы будем для них как рыбы в бочке. Поступим иначе. Основная группа во главе со мной подойдет со стороны берега и даст бой снаружи, отвлекая на себя их основные силы. В это время вы с Сюаньпаем зайдете им в спину и подожжете корабли. Создастся паника, и тогда мы начнем прожимать их внутрь пещеры уже в полную силу. Отличный план. За дело! Сюаньпай, ты в порядке? Кажется, пираты все-таки узнали об этом проходе и установили ловушку в воде. Лезвие выстрелило мне прямо в живот. Проклятие! Нужно позвать на помощь. Возможно, остальные еще не начали атаку. Со мной все будет хорошо. Ты справишься.
Вот и ты, ублюдок. Теперь ты от меня никуда не уйдешь. А я никуда и не собиралась. Ты женщина? За то, что сожгла твою деревню. У меня не было выбора. Я хотела кинуться на врагов и погибнуть за честь семьи, но поняла, что вместе со мной умрет и последняя память о клане. Тогда я собрала горстку самых преданных отцу самураев и ушла в изгнание, поклявшись однажды восстановить наш клан. Увлекательная история.
Но как это связано с убийством сотен людей? Вашими жизнями я должна была заплатить Фудо за возрождение семьи. Прости меня, отец. Я не справилась. Перед смертью она сказала, что какой-то Фудо обещал возродить ее семью в обмен на жизни людей. Фудо — это японское божество, которое, по поверью, огнем изгоняет демонов. Никогда не слышал, чтобы ему приносились жертвы, к тому же человеческие. Думаешь, мы имеем дело с культом? Пока не знаю, но что-то мне подсказывает, что за этим именем скрывается человек. Мастер Цзунфэй, я хотел поговорить с вами. За прошедшее время вы многому научили меня. Как правильно двигаться во время боя, как бить, концентрировать ци, дышать и даже падать. Кроме того, я выполняю все поручения, которые дает мне мастер Гуан Ли, начиная от защиты деревень и заканчивая мытьем этих проклятых полов. И теперь ты хочешь совершить постриг и стать моим учеником уже как монах? Я угадал? Спорить не буду. Схватываешь ты все на лету, тренируешься усердно и уже сейчас сражаешься лучше многих монахов Шаолиня. Однако, есть у меня к тебе один вопрос. Ты, наконец, отомстил тому, кто убил самого близкого тебе человека и сжег твою деревню. Как ты ощущаешь себя после этого? Для меня она была злом во плоти. Каждый день я представлял, как собственными руками отнимаю ее жизнь. Я желал смерти ее родным и близким, которых даже никогда не видел. Вы наверняка ждете, что я буду говорить, как ее убийство ничего не изменило, что легче мне не стало и прочие банальности. Однако нет, легче действительно стало. Но не потому, что я смог отомстить. Она оказалась просто человеком, который все эти убийства совершал от бессилия и невозможности принять смерть отца. Мне стало легче, потому что я смог освободиться от ненависти к ней. И мне жаль, что она умерла. Ты сильно изменился с нашей первой встречи, Вэй Чэн. Что ж, я согласен. Вэй Чэн дал обет не пить вина, не есть мясо, не прелюбодействовать и не убивать. Однако последнюю заповедь воинам Шаолиня разрешалось нарушать, если им угрожала смертельная опасность. Кроме отречения от земных страстей, Вэй Чэн должен был отказаться и от своего мирского имени и обрести новое, монашеское. Так Вэй Чэн из простого рыбака превратился в монаха по имени Дао Кун.